X-57 осуществляет движение посредством трех реактивных двигателей. На данном уровне ускорения столкновение астероида с планетой Терра-Нова произойдет примерно через 4 часа. Анализ. Остановка ускорения возможна при деактивации реактивных двигателей. Эй, прием! Я получила ваше сообщение. Вы меня слышите? Меня еще не обнаружили, но долго говорить я не могу. Прошу вас, отключите двигатели, иначе мы все умрем. Боже, надеюсь, вы меня услышали.
Тарианцы. Харак! Чек! Чек! Thank you.
Кто вы? Что происходит? Меня зовут Кейт Боуман, я инженер. Мы должны были доставить этот астероид на орбиту Терра Новы. Вчера на нас напали батарианские экстремисты. Мне удалось спрятаться. Похоже, они знают, что двигатель отключен. Какова их цель? Я не знаю, но если вы не остановите астероид, он уничтожит миллионы людей на Терра Нове. Если узнаю что-то еще, мне пора. Удачи! Эй! О, господи! Я не хотел! Вас задело? Нельзя же палить по всему, что движется! Вы что, совсем ума лишились? Извините, я думал, что вы один из них. Даю подсказку. Два глаза человек, четыре глаза батарианец. Да, да, я запомню. Я знаю, что вы напуганы, но я тут, чтобы помочь. Капитан Шепард, войска Альянса. Саймон Этвелл, главный инженер на этом астероиде. Послушайте, у нас нет времени. Батарианцы включили реактивные двигатели. Нужно отключить их, пока мы не обрушились на Терранову. Там 4 миллиона человек, Шепард. Я, моя семья там. Они живут в Вороносе. Мои дети и внуки. Приятный городок, хорошие школы. У меня нет времени заниматься расчетами. Что будет, если мы не остановим астероид? Длина Х-57 — 22 километра. Вдвое больше, чем у астероида, который стер с лица Земли динозавров. Это будет как одновременный взрыв миллионов атомных бомб. Миллионов! Жар будет такой, что за 1000 километров сгорит вся одежда. Планету поглотит огонь. Ударная волна сплющит все на сотни километров от взрыва. Терра Нова погибнет, Шепард. Не только колония, вся планета. Климат радикально изменится. Массовые вымирания видов. Экосистема не восстановится за 1000 лет, а может и за миллионы. Если он упадет в океан, есть какая-то надежда? Будет еще хуже. На сушу обрушится цунами, сметая все на своем пути со скоростью несколько сотен километров в час. В районе столкновения испарятся миллионы тонн воды. Всю планету покроет толстый слой облаков. Погибнут все растения. Об экосистеме сразу можно забыть. Конкретных цифр назвать не могу. Но поверьте, это будет настоящая катастрофа. Непонятно. Батарианские бандиты жестоки, но они во всем ищут выгоду. Зачем им уничтожать планету? Что это им даст? Я слышал всякое. Как из людей делают рабов и обращаются с ними хуже, чем с животными. Как пираты сжигают дотла колонии. Но чтобы так? Конвенции Цитадели запрещают смещение астероидов. Я не думал, что батарианцы до этого дойдут. Конвенции распространяются только на расы Альянса. Батарианское правительство — шайка бандитов. Батарианцы не глупы. Если они официально признают это нападение, Совет объявит им войну. Я так думаю, их правительство не знает об этом нападении. Похоже, они работают на себя. Если батарианцы не могут усмирить своих фанатиков, придется это сделать нам. Я не хочу, чтобы партия Терра-фирма использовала этот случай как оправдание для вторжения на чью-то еще планету. Вы находились здесь во время нападения. Сколько вы видели батарианцев и где? Они высадились у главного комплекса. Теперь он заблокирован. Они сменили код доступа. Без понятия, что там происходит внутри. Я видел, что...
что к каждому двигателю отправились группы бойцов. Не могу назвать точное количество, но попотеть вам придется. Вы не знаете, кто за этим стоит? Кто у них вожак? Возможно, это все прояснит. Я слышал, как двое из них упоминали какого-то Балака. Похоже, он у них главный. Вроде бы им не очень нравится происходящее, но они его боятся и выполняют все, что он скажет. Повсюду батарианцы, а мне нужно отключить 3 двигателя. Мне нужно знать что-то еще? Один из двигателей окружен подрывными зарядами. По прибытии на орбиту Терра-Новы мы собирались заняться разработкой пород. Я снабдил их датчиками движения. Ваш танк моментально активирует их, так что придется идти пешком. Если подойдете слишком близко, они взорвутся. Идите медленно и будете в порядке. Вы же сами их поставили. Их можно деактивировать? Отсюда нет. У входа в комплекс есть ручная панель управления. Это внутри зоны взрыва. Можно отключить детонаторы оттуда. И еще. Перед атакой, недалеко от участка, работала группа инженеров. Боюсь, они в опасности. Батарианцы безжалостны. Я видел, как они разбивают скафандры у тех, кто работает в космосе. Да еще варены. Не похоже, что они питаются только падалью. Где могут быть инженеры? Они отправились проверять оборудование по периметру. Вы должны подключиться к башне-передатчику на поверхности. У вас на сенсорах отобразится местонахождение станций оборудования. Постараюсь найти их. Но главная моя цель — это двигатели. Да, вы правы. Главное — спасти Терра-Нову. Мои люди могут и подождать. У главного комплекса находилось много инженеров, но сейчас все они, вероятно, мертвы. Или в заложниках у батарианцев. Некая Кейт Боуман связалась со мной по радио. Батарианцы еще не нашли ее. Кейти жива? Она одна из лучших моих инженеров. Записалась сюда с братом. Кажется, его зовут Аарон. Он из службы охраны. Рассмотрим худший случай. Допустим, астероид мы не остановим. Можно ли эвакуировать колонию? Эвакуировать? Шепард, чтобы колония так разрослась, потребовалось 30 лет. Уверен, они перевозят людей в удаленные зоны. Но им ни за что не удастся увезти с планеты более нескольких тысяч человек. Нам просто не хватит кораблей. Ни у кого столько нет. Ну, может, у кварианцев. Но они вряд ли появятся тут неожиданно и помогут нам. Что вы можете сказать о Кейт? Очень умная женщина. И смелая. Надеюсь, она хорошо спряталась. Если ее найдут... Ах, Кейти, лишь бы ты не сделала никакой глупости. Зачем вообще вам нужно было перемещать астероид? Мы хотели доставить его поближе к Терра-Нове, добыть полезные ископаемые, а потом сделать из него орбитальную станцию. Нам не придется доставлять необходимые материалы на орбиту, а полученные минералы полностью покроют затраты. Вам лучше где-нибудь затаиться, если батарианцы вернутся и найдут вас. Да, я и сам так подумал. Толку от меня немного. Удачи, Шепард.
Радио работает. Чёртова штуковина. Слишком фонит. Посмотрю, можно ли ее наладить. А вы пока не теряйте времени, продолжайте идти. Это доктор Хаймес. Они нашли меня, проклятые батарианцы. Я слышу, как они рыщут снаружи, хотят пробраться внутрь. Похоже, они крепят что-то к двери. Если я умру, скажите родным, что я люблю их.
там? Не теряйте времени. Вы не на шутку их разозлили. Их главный приказал повсюду установить бомбы. Похоже, хочет взорвать комплекс. А ну-ка отойди оттуда. Не стреляйте! Прошу вас! А! Кто останавливает двигатели? Второй раз спрашивать не буду. Разберитесь с этим и поживее. Уберите ее отсюда. Thank you.
Стой, где стоишь. Не хочу лишний раз пачкаться в крови. Не подходи ближе. Можем разобраться по-плохому или мирным путем. Не думаю, что вы, батарианцы, знаете значение этого слова. Послушай, я просто выполняю свою работу. Не я придумал захватить эту глыбу. Я просто хотел немного заработать, по-быстрому раздобыть рабов и все. Это уже не набег за рабами. Речь идет о жизнях миллионов людей. А то я не знаю. Я просто выполняю приказы. Будь моя воля, меня б тут уже не было. Может, заберешь своих людей и улетишь, пока вы еще целы? Сомневаюсь. Балок с меня живьем шкуру сдерет, а потом продаст. Вот я псих ненормальный. Все пошло наперекосяк, а я виноват. Почему ты его слушаешься? Хороший вопрос. У меня плохое предчувствие с тех пор, как мы приземлились. Вот и Балок хочет вас прикончить. А Балок всегда добивается своего. С этим не поспоришь. Разве тебя устраивает роль его посыльного? Помоги мне, и я разберусь с Балоком. А ты займешь его место. А что? Ситуация вышла из-под контроля. Надо с этим что-то делать. Отпустить. Пусть Балок сам разбирается. Надеюсь, ты владеешь оружием не хуже, чем языком. Иначе нам обоим не сдобровать. Считай, что Балок уже мертв. И ты тоже, если еще раз увижу тебя на территории людей. Понятно? Да, конечно. Балок засел в главном комплексе. Возьми ключ, пригодится. Будь начеку с ним, тот еще ублюдок. Пошли, валим с этого куска дерьма.